Всем привет, давно не виделись. В общем, сегодня будет необычный влог. Больше не влог, а видео про дрон. Про то, как он летает в минус 10, минус 8, если быть точным, градусов. Я его сегодня прям нормально так оттестировал. После обеда в 12 я поехал снимать. И где-то в час я, наверное, запустил. Был первый запуск. И до 4 часов я снимал. Ну, соответственно, не без перерывов. Получается, где-то 3 часа съемок с перерывами, естественно. Нужно будет на флешке посмотреть точно, сколько я отснимал. В общем, очень круто, что в комбо-наборе 3 аккумулятора. Конечно, было бы еще лучше, если бы их было больше. Там, не знаю, 5 может быть. Но 3 аккумулятора офигенно выручают. Сейчас я уже заряжал его. Здесь получается 2 полных. И вот как раз-таки последний. То есть где-то наполовину каждый я разрядил. Соответственно, чтобы немного подстраховаться, я постоянно менял аккумулятор. То есть 50% я отлетал в такой дубарь. Потому что пальцы пипец окоченели. Прям такие твердые становятся. Невозможно их уже загибать. Вот это где-то минут 20, даже 15 минут съемок на таком морозе без перчаток. Так что довольно сурово получается. Короче, по 50% осталось на каждом аккумуляторе. Я подстраховался, чтобы дрон внезапно не вырубился, чтобы батарея постоянно оставалась, держалась, чтобы он мог вернуться, в общем, домой. Короче, к чему я? Коптер очень классно себя показал, Mavic Mini 2. Ни разу у меня не случалось никаких проблем, даже никаких помех не было, то есть он постоянно на связи был, но дальше 1,5 километра я его не отпускал. То есть в среднем километр, там 500 метров, то есть он у меня близко летал в основном, ну потому что очень переживаю в такой мороз, плюс ветер небольшой. Но в целом сегодня погода была идеальная относительно других зимних дней, которые у нас были. По заставке вы, наверное, видели, сколько у нас снега навалило. Сегодня уже 4-й день, прям такой снежный. Первый день валил полностью, сутки снег, потом 2-й день перерыв, на 3-й опять валил, сегодня 4-й, уже так нормально стало. Короче, снимал я, так как сегодня было очень солнечно, я использовал ND-шники. Но сегодня пипец, было прям настолько солнечно, что я использовал, нет, не 16-й, я даже ND-32 сегодня цеплял. 32-й ND-шник я сегодня цеплял, он ND и поляризационный тоже. Короче, крутая смесь. Самый жесткий, это здесь 64-й ND-шник, то есть есть 8, 16 и 4. В общем, они офигенно спасают, поэтому картинка такая классная получается там. Чтобы выдержка 1,5 была, ISO 100, в общем, все было кинематографично. Короче, летал я в основном в нормал режиме. То есть это такой среднячок, не сильно быстро и немедленно. Пару раз я переключался в кинематографичный, в режим Sign, когда нужна была очень плавная картинка, очень плавный пролет. Обзор я, естественно, еще не записал на дрон, потому что дубак нереальный. Я хочу нормально в теплую погоду там прийти, поставить штатив с камерой и спокойно снимать там час, два, три. А не так, что я 15 минут полетал, все, чуть-чуть весь не сдох, не задубел. Сразу же нужно возвращаться, там греться в машину. Флешка 128 гигабайт SanDisk, за глаза вообще хватает. Сегодня я наснимал видео, фото, у меня где-то забилось только 20 гигабайт. Хотя все писалось в 4К, 30 кадров в секунду, а фотки все в RAW формате, соответственно, чтобы все было четко, там можно было потом вытянуть все цвета. Короче, еще раз говорю, за все время коптер ни разу не подвел. Стабильный сигнал, все работает, винты все крутят, все нормуль. Поэтому нарадоваться не могу. Ладно, буду заканчивать сегодняшнюю болтовню. Сейчас будет само видео с коптера. Единственный минус, это я забыл поставить запись на телефоне, чтобы можно было тоже сегодняшнее видео вставить, именно карту полета. Исправлюсь в следующих видео, в следующих я точно все это дело добавлю. Все, заканчиваю сегодняшнюю болтовню. Сейчас будет видео с коптера, с классной музыкой, с плавными переходами, все как вы любите. Обязательно напишите в конце видео комментарий, как вам видео понравилось или не понравилось. Не знаю, какие-то свои мысли, мнения по поводу сегодняшнего выпуска. Поставьте лайк, если понравилось видео, так я буду знать, что можно в таком формате продолжать снимать. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Я планирую в будущем выкладывать еще более интересные видео. С каждым новым выпуском я стараюсь делать качественнее и саму картинку намного лучше. И в целом какой-нибудь сюжет подбирать.
Вот, ну, в общем, погода сейчас пока особо не позволяет там что-то на улице поделать, поэтому, наверное, будет больше таких домашних выпусков. Всем приятного просмотра, скоро увидимся.